Тема моего доклада «Мамардашвили как аналитический философ». Это не совсем стандартная тема, довольно новая. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то ее озвучивал. Поэтому стоит с самого начала уточнить, что здесь имеется в виду. Прежде всего, надо сказать, что это, конечно же, определенная редукция, упрощение. На самом деле философия Мераба Мамардашвили гораздо шире, объемнее. Способы его философствования значительно разнообразнее тех, что характерны для аналитической традиции. А предметы его мысли выходят далеко за рамки предметов аналитической философии. Так, например, Мамардашвили много внимания уделял темам искусства, политики, истории, которыми аналитическая философия почти не занимается. Вообще Мамардашвили считал философию глобальным, цивилизационным феноменом. Известна вот его фраза о том, что культур много, а цивилизация одна. Так вот, так же, как цивилизация одна повсюду в мире, поскольку она цивилизация, так же и философия одна, то есть она некоторое сверхкультурное явление. И даже западная и восточная философия, на самом деле, есть одна философия. Мамардашвили прямо об этом говорит и показывает это во многих своих лекциях и книгах. Так что, в общем, Мераб Мамардашвили мыслит поверх и помимо любых национальных и временных разделений, поэтому его следовало бы назвать мировым, универсальным философом, в мышлении которого, в числе прочего, есть и глубокая аналитическая составляющая, аналитический аспект. Этот аспект я считаю наиболее недооцененным в настоящее время, поэтому хочу вот специально сосредоточиться на нем и постараться как-то компенсировать это упущение. То есть таким образом речь идет не о том, чтобы отнести, причислить Мамардашвили к аналитической философии с точки зрения истории философии как университетской дисциплины, а о том, чтобы рассмотреть его как аналитического философа в широком смысле, то есть как философа, широко пользующегося аналитическим методом в своем мышлении. Это можно пояснить с помощью мысли Александра Пятигорского. Мысль, в которой он различает философствование как процесс и философию как результат. Так вот, он говорит, что философия принадлежит истории, а философствование – контексту. Так и в данном случае можно сказать, что философия Мамардашвили принадлежит, конечно, несколько иной истории, чем история аналитической философии. Он скорее принадлежит континентальной философии. Вот. В западной академической среде есть такое устойчивое деление истории и философии 20 века на континентальную и аналитическую. Но его философствование, оно принадлежит тому же интеллектуальному контексту, который сформировал аналитическую философию как особое течение. И по времени его философствования, это 60-е и 80-е годы, тоже совпадает с расцветом аналитической философии в англоязычном мире, где она к тому времени прочно заняла существенную часть философского проблемного поля. И здесь для большей остроты я выдвину такой несколько спекулятивный тезис, который вы можете потом оспорить и как-то продискутировать во второй части моего выступления. Так вот, тезис это в том, что Мамардашвили не стал признанным на Западе аналитическим философом только потому, что СССР был закрытой страной. Философы там не имели возможности общаться со своими западными коллегами. И сам Мераб в течение около 20 лет, ну, самых творческих, активных десятилетий своей жизни был невыездным. И вот я считаю, это главные причины. Хотя, конечно, есть и другие факторы. Другие факторы, например, то, что Мамардашвили больше тяготел к французскому языку, чем к английскому или немецкому, которые больше приспособлены к аналитическому стилю. Или что его устная сократическая манера философствования, она не очень совместима сухостью и методичностью строго аналитического рассуждения. Тем не менее, есть веские причины считать, что Мамардашвили был близок к аналитической традиции и на определенном этапе своего творчества мог бы влиться в нее существенной своей частью, если бы внешние обстоятельства благоприятствовали этому. Взять вот, например, одну из первых опубликованных работ молодого Мераба, статью «Процессы анализа и синтеза», 1958 год. Если попытаться определить ее предметную область, то станет понятно, что это философия логики, то есть это чистая аналитика.
Я позволю себе даже сравнить эту работу со статьей известного аналитического философа Уилларда Куайна «Две догмы эмпирицизма», которая вышла в Америке в начале 50-х годов и которая считается сейчас одной из наиболее сильно повлиявших на аналитическую философию 20 века работ. В ней Куайн ставит себе ту же цель, что и Мамардашвили – преодолеть различения между анализом и синтезом. Только Куайн делает это в рамках семантической логики, а Мамардашвили – в диалектической. Так вот, в связи с этим стоит сказать пару слов об аналитической философии, охарактеризовать ее в общем виде. Аналитическая философия появилась в конце 19-го, начале 20 века в Европе на волне позитивизма и позиционировалась как противовес господствующей до тех пор спекулятивной философии. Она связана с так называемым лингвистическим поворотом, который состоял в переносе фокуса исследования на язык, который до тех пор оставался без серьезного философского внимания. У аналитической философии на самом деле нет четких содержательных критериев. Вот Кембриджский словарь, например, говорит, что аналитическая философия – это зонтичный термин, используемый для того, чтобы служить общей крышей для огромного количества философских техник и тенденций. Она явно не является школой, доктриной или совокупностью принятых утверждений. Главное ее требование – это, во-первых, не строить каких-либо грандиозных философских систем, метанарративов, как сказали бы постмодернисты, и в этом, кстати, постмодернизм родственен аналитической философии. Второе требование – это опираться на данные естественных и точных наук, или хотя бы иметь их в виду. То есть все то, что высказывается, оно не должно противоречить этим данным, или должно согласовываться с логикой, если речь идет о языке. То есть здесь семантический подход должен сочетаться с некоторым логическим подходом. И все это можно найти у Мамардашвили. Он действительно не строил универсальной философской системы, хотя в его взглядах в достаточной мере присутствует и универсальность, и систематичность. И его мысли при этом согласованы с научными фактами. Ну, не нужно быть даже знатоком его текста, чтобы понять, насколько глубок его интерес к науке, насколько высока его оценка этого интеллектуального предприятия. Так вот, в современной аналитической философии центральными являются три темы. Это философия языка, философия науки, эпистемология и философия сознания. Все они входят в сферу интересов Мамардашвили, очень глубоко им прорабатываются. И особенно это относится к последней, философии сознания. Здесь мы не только можем наблюдать явные предметные пересечения взглядов Мамардашвили и аналитических философов, но можем полноценно сравнить его взгляд с большинством позиций по проблемам сознания, которые существуют внутри аналитической философии, и тем самым их взаимно прояснить. Вот попробую провести несколько таких сопоставлений и противопоставлений. Так вот, например, в аналитической философии есть такая интерпретация Декарта, которая называется «призрак в машине» – «ghost in machine». Это довольно вульгарное такое толкование, согласно которому Декарт якобы утверждал, что человеческое тело – это машина, механизм, в котором обитает душа, как некий призрак, и вот этот призрак, значит, дергает за ниточки, и тело при этом движется. И эта интерпретация была выдвинута аналитиком Гилбертом Райлом в 1949 году в книге «Понятие сознания». И вот многие аналитические философы до сих пор опровергают этот взгляд, доказывают, что он не соответствует современным научным данным. Так вот, Мамардашвили не употребляет это словосочетание «призрак в машине» и не вступает прямо в полемику с теми аналитическими философами, которые придерживаются такого толкования Декарта. Но он определенно в курсе был такого взгляда, потому что в своих картезианских размышлениях, поясняя мысль Декарта о том, что душа мыслит без тела, он ссылается на этого рода понимание, которое представляет собой скорее непонимание мысли Декарта, и говорит буквально следующее, я процитирую. «Речь здесь идет не о том, что в наших телах сидит якобы какая-то душа, которая обладает некой способностью, не являющейся функцией тела, отнюдь». И далее он поясняет, в каком смысле следует понимать тезис Декарта, поясняет достаточно подробно. Так что становится ясно, что призрак в машине – это просто попытка слишком буквально интерпретировать декартовскую мысль. Наглядно ее себе представить, что противоречит законам философского языка, законам понимания этого языка, о которых Мамардашвили тоже подробно рассуждает во многих местах. На этот счет у него есть такое очень остроумное пояснение.
Философствование, говорит Мамардашвили, это бег на перегонки с собственной тенью. И эта тень есть обыденный язык, язык наглядных представлений, который всегда сопровождает философский язык. Но от своей тени не убежишь, можно только помнить, что это тень, и не путать ее с реальным предметом. Так вот, и этот самый призрак в машине – это всего лишь тень философского языка Декарта, которая его сопровождает, и которую с подачи Райла многие аналитики стали принимать за его реальную мысль. На самом деле, если говорить коротко, то мысль Декарта, как поясняет ему Мамардашвили, стояла в том, что никакая телесная, физическая, материальная причина не является достаточным условием для мысли. То есть мысль нельзя вывести из чего-то, происходящего в материальном пространстве времени. То есть после того, как мысль установилась, и мы начинаем анализировать, как она случается, то в число условий ее случания не могут быть включены никакие телесные причины нашей чувствительности, ни слуховые, ни зрительные, ни тому подобное. Это и означает, что душа мыслит без тела. И это вот созвучно той мысли, которую Юрий Петрович озвучил сегодня, что природа не рождает человека. Это фактически одна и та же мысль, только разными словами. Так вот, это такая углубленная интерпретация Декарта, она позволяет определить позицию Мамардашвили по проблеме сознания в терминах современной аналитической философии. И эта позиция называется дуализм свойств, property dualism. Вообще взгляд Декарта и подобные ему взгляды на природу сознания принято называть субстанциальным дуализмом. Этот взгляд предполагает наличие в мире двух несводимых друг к другу субстанций, мыслей протяжения. А дуализм свойств представляет собой дальнейшую отработку, модификацию субстанциального дуализма. И все отличие его в том, что мыслящая субстанция представляется лишь особым типом свойств некой единой субстанции. Другим типом свойств, которые являются все материальные свойства, то есть протяженность, пространство и все те свойства, которые мы наблюдаем у материальных тел. И эти два типа свойств несводимы друг к другу, точно так же, как у Декарта, полностью отличные и несводимы друг к другу субстанции. Вот эта различенность субстанции, по замечаниям Мамардашвили, легла в фундамент современной науки. А по поводу науки тут можно заметить еще такой один принципиальный момент. Вот в аналитической философии есть еще такая позиция по проблеме сознания, которая называется интеракционизм, у которой довольно много сторонников. Этот интеракционизм тоже часто приписывают самому Декарту. Как и субстанциальный дуализм, эта позиция допускает, что сознание не является материальной сущностью. И для решения вопроса о том, как связаны сознание и материя, она предполагает прямое влияние этого нематериального сознания на материальные процессы. Но так как законы природы не допускают того, чтобы у материального действия была какая-то нематериальная причина, то интеракционизм начинает изыскивать какую-нибудь лазейку в законах природы. Так, например, известный физик, сторонник интеракционизма Эли Цур полагает, что сознание способно вмешиваться напрямую в материальные процессы, допуская для этого возможность нарушения закона сохранения энергии. И Мамардашвили, не вступая опять-таки прямо в полемику с этого рода взглядами, все же достаточно четко и недвусмысленно отвергает этот путь решения проблемы сознания. То, что он говорит на этот счет, является вполне аналитическим аргументом. Но Мамардашвили очень подробно рассуждает на этот счет, я постараюсь саму суть выделить. Дело здесь в том, что нужно быть до конца последовательными в понимании базовых принципов науки. И если мы приняли в самом начале, как это сделал Декарт, что материя – это одно, а сознание – это совсем другое, и все дальнейшее развитие науки подтвердило этот тезис, то нужно следовать до конца этому развлечению, а значит, мы не можем допускать, что такой фундаментальный научный принцип, как закон сохранения энергии, нарушается для того, чтобы сознание могло влиять на тело. И Декарт в действительности не утверждал, разъясняет Мамардашвили, что в человеке мысли и материя как-либо прямо влияют друг на друга. Декарт предупреждал о существовании третьей субстанции, которая опосредует это влияние. И Мамардашвили развивает эту идею дальше, показывая, чем эта субстанция могла бы быть. Этот ход мысли вообще Мамардашвили крайне недооценен современной аналитической философии. Он мог бы стать просто золотой жилой для нее, но они пока с ней не освоились.
Она, конечно, непроста для понимания. Еще один аналитический аргумент Мамардашвили в философии сознания вовлекает понятие актуальной бесконечности. Это понятие взято из области философских оснований математики. Я думаю, тем, кто читал его книги, известен его пристальный интерес к математике, логике и в особенности к философским основаниям точных наук, хотя специальных работ на эту тему он не писал. Так вот, Мамардашвили нашел применение математическому понятию актуальной бесконечности в философии сознания. И его мысль состоит в том, что любой конкретный совершившийся акт сознания заключает в себе актуальную бесконечность. Бесконечность смысла, бесконечность понимания, интерпретации и тому подобное. Хотя эта бесконечность, она выражена конечными средствами. Так вот, актуальную бесконечность Мамардашвили противопоставляет так называемой дурной бесконечности прогресса. Прогресса, который не завершается никогда и никогда не приходит ни к чему окончательному. Один из наиболее часто употребляемых им примеров – это пример математика, рисующего спираль. Вот математик рисует на доске спираль, виток за витком, и в какой-то момент останавливается и говорит: «Это спираль». Ведь, по сути, эту спираль, он останавливается в какой-то точке, произвольной точке, хотя сам процесс рисования спирали не предполагает такой остановки. Или еще один пример на эту тему, который есть у Мамардашвили, пример той же спирали, но в строении раковины улитки. Когда улитка растет, витки спирали ее раковины уменьшаются, и уменьшаются, пока не обрываются в какой-то точке, наконец. И тогда рост улитки прекращается. Это опять-таки действие завершается, хотя с математической точки зрения оно может продолжаться бесконечно, и никаких оснований для завершения нет. Так вот, все это чисто аналитическая философия, философия математики, которая смыкается с философией сознания. И эта мысль Мамардашвили очень явно резонирует с рассуждениями современных аналитических философов. Вот есть такой американский физик Роджер Пенроуз, физик, математик, аналитический философ, оппонент Стивена Хокинга. Вы, наверное, слышали о нем, довольно известный ученый. Он много занимался и до сих пор занимается проблемами философии сознания со стороны точных наук. Такими проблемами, как вычислимость сознания, моделируемость, проблема математического понимания и тому подобное. У него есть очень подробные рассуждения о незавершающихся вычислениях. Он рассуждает об этом в рамках попытки осмысления того, почему вычислительные устройства, компьютеры не обладают сознанием и чего им для этого не хватает, собственно говоря. Так вот, он приводит много примеров вычислений, в том числе довольно простых, которые никогда не завершаются, то есть они как бы уходят в дурную бесконечность прогресса. И самый простой из его примеров, я думаю, каждый из присутствующих здесь может понять, даже если он не дружит с математикой самой начальной школы. Задача такая – найти такое нечетное число, которое было бы суммой двух четных чисел. Так вот, здесь с первого взгляда понятно, что такого числа не существует, ибо любые два четных числа всегда дают сумме тоже четное число. Но вычислительная машина сама по себе не сможет понять этого. Она будет продолжать складывать все новые и новые четные числа в поисках их нечетной суммы. И это будет продолжаться до бесконечности. Так вот, даже если прямо сейчас, когда мы поняли, что нет такого нечетного числа, которое было бы суммой двух четных, то в этом нашем акте понимания как бы упаковалась актуальная бесконечность. И актуальна именно потому, что она есть сразу вся, в один дискретный момент, в отличие от потенциальной бесконечности, в которую ушел бы компьютер, пытаясь найти решение этой задачи. То есть мы каким-то образом избегаем этой дурной бесконечности, которая никогда не приходит ни к чему определенного, избегаем, потому что сознание обладает вот этим самым атрибутом актуальной бесконечности. Ну, если аналогичный пример проводить в гуманитарной сфере, то можно сказать, что вот, когда мы понимаем, что никакими незаконными средствами нельзя добиться законных целей, то точно так же в этом нашем акте понимания укладывается актуальная бесконечность, как и в случае, когда мы понимаем, что никакие два четных числа не дают нечетной суммы. И вот более того, у Пенроуза есть прямое упоминание той проблемы, которую Мамардашвили понял, по-видимому, независимо от аналитических философов. И эта проблема так и называется – проблема остановки. Она относится к философским основам информатики,
И первым ей озаботился никто иной, как Алан Тьюринг. Это тот, кто придумал логический прототип современных всех компьютеров, так называемую машину Тьюринга. И вот проблема остановки заключается в том, как определить ситуацию, в которой работа машины Тьюринга не может завершиться. И Тьюринг доказал, что эта проблема не имеет алгоритмического решения. И, по сути, это и есть аналитический базис мысли Мамардашвили о том, что сознание заключает в себе актуальную бесконечность. И что бытие заключает в себе актуальную бесконечность тоже. Это еще платоновская мысль о мире идей, которая считается, инспирировала понятие актуальной бесконечности в математике. Ну, в общем, на этот счет идут уже не один век интересные дискуссии среди философов и математиков. Я, конечно, не могу тут подробно останавливаться на ней. Так вот, Пенроуз высказывает мысли, прямо корреспондирующие с этой мыслью Мамардашвили. Они резюмируются у него тезисом о неалгоритмизируемости, то есть о неалгоритмической природе сознания. И Пенроуз много рассуждает об убедительности в математике, о математической интуиции, хотя, казалось бы, математика – это сплошные доказательства и чистая логика, где убедительности, интуиции нет места. И все это интересовало Мамардашвили очень глубоко. Кто знаком достаточно подробно с его мыслями, знает, что в его интерпретации Декарта он часто ссылается на такое направление в математике, как интуиционизм, что он особо подчеркивает роль убедительности в проблеме сознания. Убедительности в отличие от доказательности. Он тщательно различает эти понятия. Так вот, представление об актуальной бесконечности у Мамардашвили – это представление о завершенности некоторой внутренней бесконечности, с которой он связывает такие свойства сознательных актов, как полнота, неделимость, дискретность. А с противоположным понятием дурной бесконечности он, наоборот, связывает отсутствие сознания и даже невозможность в принципе прийти ни к какому сознанию. Эта тема фигурирует у него в виде проблемы бесконечного описания, бесконечного наблюдения, бесконечного бега за удовольствиями. И эта тема занимает существенное место в его курсе лекций о Прусте. Кстати, примечательно само название, которое он дал этому курсу лекций. Это «Психологическая топология пути». А топология, как известно, является разделом аналитической геометрии. И ее старинное латинское название – это «analysis situs», то есть анализ строения, расположения. Таким образом, можно сказать, что философия Мамардашвили как бы в свернутом виде содержит в себе множество аналитических аргументов. И во всяком случае, аналитикам стоило бы попытаться выделить их в чистом виде и развернуть. Они еще ждут своего часа. То есть я здесь, конечно, не пытаюсь доказать, что Мамардашвили был безоговорочно прав насчет актуальной бесконечности, как и Пенроуз, и все, кто утверждал подобные вещи, это бы заняло гораздо больше времени. Ну, и вы можете поспорить со всеми этими вещами, если они вызывают сомнения. Но я, по крайней мере, хочу показать, что все эти соображения в Мамардашвили в пользу той или иной точки зрения имеют под собой глубинные аналитические основания, что они рождаются не из прихоти какого-то эстетствующего субъекта, а они не являются произвольным продуктом размышления, поэтому их невозможно просто так отбросить, не пытаясь в них вникнуть. А то вот иногда приходится слышать такие мнения или читать в сети про то, что Мамардашвили, дескать, не был ученым, поэтому можно не воспринимать всерьез, что он говорит по поводу науки и сознания и прочих вещах. Так вот я хочу обратить внимание такого рода господ на то, что хоть Мамардашвили и не занимался специально никакой естественно-научной дисциплиной, но он высказывал все те же мысли, что и величайшие ученые и математики нашего времени. Причем, скорее всего, совершенно независимо от них. То есть он приходил к этим мыслям самостоятельным путем, собственным умом. Кстати, насчет понятия собственного ума, которое Мамардашвили тоже тщательно анализировал, и в продолжение темы о полноте сознания, о явленности сознания, об убедительности в математике. Тут есть замечательные параллели с самыми передовыми на сегодняшний день взглядами в аналитической философии. Так вот, Мамардашвили, разъясняя философию Декарта, особое внимание уделяет такому принципиальному для Декарта феномену, как естественный свет ума или простые интуиции ума, которые случаются в этом свете. Простые интуиции ума – это некие несоставляемые состояния мысли,
То есть такие, которые невозможно составить по частям или вызвать их в себе каким-то произвольным желанием или намеренным действием. Для Декарта естественный свет ума являл собой, как выражается Мамардашвили, своеобразную архимедову точку опоры в области философии. То есть такую точку, которая обладает свойством максимальной убедительности и достоверности. Достоверности того, что открывается сознанию в этой точке. И находясь в которой, мы не можем заблуждаться просто хотя бы потому, что эта точка не есть продукт нашего рассудка или чего-то другого рассудка, тем более. Она не есть результат какого-то прикидывающего мышления или доказывающего мышления. Все это Мамардашвили разъясняет и показывает в больших подробностях. Вот мне здесь важно подчеркнуть все эти свойства сознания, которые он выделяет и описывает. И прежде всего свойства невыдуманности, естественности, несоставляемости по частям. А нужно это вот для чего. Буквально через десяток лет после того, как Мамардашвили открыл все эти вещи, в англоязычном интеллектуальном пространстве вот появляется такой Дэвид Чалмерс, который Юрий Петрович упомянул. Это австралийский вундеркинд аналитической философии, как я его назвал в своей заметке к выходу его книги на русском языке 2 года назад. Вундеркинд, потому что он все свои идеи выдвинул, основные идеи выдвинул в 26-летнем возрасте. А к 30 годам он уже опубликовал капитальный трактат на эту тему. И вот в этом его трактате под названием «Сознающий ум в поисках фундаментальной теории» есть такой аргумент, одно из ключевых рассуждений, которым он обосновывает свою позицию. А эта позиция и есть тот самый дуализм свойств, которым я упоминал в начале. Его мысль состоит в том, что сознание само по себе есть экспланандум, предмет для объяснения. Оно не является продуктом нашего ума, с помощью которого мы хотим объяснить что-то в мире, а оно само есть такой предмет или такое состояние, на которое мы можем указать и сказать: «Вот, вот это требует объяснения». Я почти буквально цитирую Чалмерса. То есть это его характеристика сознания по смыслу полностью совпадает с тем, что Мамардашвили обозначил как несоставляемое состояние мысли, обладающее свойством невыдуманности. Этого рода свойствами Чалмерс, собственно, обосновывает свое видение проблемы феноменального сознания как чисто философской проблемы. Ибо невыдуманность сознания по Чалмерсу, хотя он сам не употребляет это слово, но он говорит, что именно невыдуманность сознания не позволяет отделаться от проблемы сознания, хотя она при этом оказывается неразрешимой в рамках нейронаук или когнитивных наук, от которых в основном отталкивается аналитическая философия. И Чалмерс тоже довольно подробно обосновывает это. Почему нельзя игнорировать проблему сознания в аналитической философии, как можно игнорировать, скажем, понятие НЛО или даже понятие Бога, потому что сознание – это не есть объяснительный конструкт или какая-то выдумка досужих людей. Так вот, например, происхождение всего непонятного в мире можно объяснить понятие Бога, можно объяснить, сказав: «Это сделал Бог». И вот тогда мы пользуемся понятием Бога как объяснительным конструктом. Или какие-то другие непонятные явления в природе можно списать там, на посещение инопланетян. Это тоже объяснительный конструкт, который можно выдвинуть вместо того, чтобы изучать эти явления научно. Но ничего подобного невозможно по отношению к сознанию, именно постольку, поскольку оно не есть объяснительный конструкт, а само по себе есть экспланандум, то есть то, что требует объяснения. И даже сама физическая наука возможна, потому что мы напрямую знаем о своем сознании. И это сознание не есть какое-то наблюдаемое событие в мире, но в то же время оно не выдумано нами. Это имеет в виду и Чалмерс, говоря, что сознание лежит в центре нашей эпистемической вселенной. Так вот, можно было бы привести намного больше таких прямых соответствий или корреспонденций, как сказал бы сам Мамардашвили, с его мыслями и мыслями аналитических философов. Но мне тут уже пора заканчивать, видимо. Поэтому я тут коротко резюмирую то, что говорил про отношение Мамардашвили к аналитической философии, и скажу еще пару слов об аналитике в его философствовании. По поводу первого, я думаю, можно с уверенностью констатировать довольно близкое родство Мамардашвили с аналитической философией, как с особым течением. В самом меньшем случае это двоюродное родство. И причина этого потому, что Мамардашвили был абсолютно европейским по духу философом, одним из немногих, если не единственным подлинно европейским
мыслителем из всей философии советского периода. И он никогда не отрывался от европейских корней своей мысли. Он их, наоборот, постоянно в себе развивал и углублял. И его мысль выросла из тех же корней, что и аналитическая традиция. Из философии нового времени, из Декарта, из Канта, из Юма. Поэтому он тонко чувствовал и прекрасно понимал аналитическую философию, хотя не принадлежал к ней формально и не следил так уж подробно за всеми ее перипетиями. Второе, что я хочу особо подчеркнуть и на что особенно хочу обратить внимание, это то, что аналитический, по сути, метод, он очень глубоко лежит в основании также всех социальных и культурологических взглядов на Мардашвили. Этот метод очень тонко встроен в эти взгляды, так тонко, что на поверхности он почти незаметен. На поверхности может казаться, что это просто один из многих взглядов на политику и на культуру, каких взглядов может быть еще десятки у разных политологов и культурологов. Но на самом деле здесь совсем другой уровень аргументации, другая глубина понимания, чем у большинства специалистов в общественных науках. Хотя, казалось бы, аналитические моменты должны присутствовать во всякой социальной теории, поскольку она претендует на научность, но по большому счету, с точки зрения строгости и точности, никакие гуманитарные науки не сравнятся с аналитической философией. Она оперирует такими отвлеченными идеями, которые совсем непросто осмыслить. И вот Мамардашвили умел многие эти идеи применить гуманитарным и общественным сферам, развить на их основе такие взгляды на эти сферы, которые по точности и по строгости приближаются к естественно-научному знанию. А иначе он и не мог. «Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно» – это одно из любимых его высказываний. И вот как он, например, характеризует мысль в культуре и истории относительно хаоса и неисторического существования. Я процитирую. «Хаос и бескультурие ни сзади, ни впереди, ни сбоку, ни впереди, ни сбоку, а окружают каждую историческую точку так же, как в математике рациональные числа окружены в каждой точке иррациональными числами». И это не метафора какая-то, а это прямая аналогия с философией математики. Метафора, которая призвана пояснить, насколько в самом деле хрупки все достижения культуры. И что культура и история – это только маленькие островки рациональности в огромном море иррациональности и хаоса. Ведь кто знаком с математикой, наверняка знают, что иррациональными числами в ней практически невозможно оперировать. И математики стремятся присвоить всем числам некоторые рациональные значения. Или вот взять отношение Мамардашвили к языку, насколько тщательно он подчеркивал роль языка в социальной жизни, особенно на примере советской социальной действительности. Он почти в каждой работе по этому предмету стремился показать первостепенную важность языка как показателя здоровья или болезни общества. Он прямо говорил, что проблема восстановления культуры – это прежде всего проблема восстановления языкового пространства и его возможностей. Проблема называния вещей своими именами. Ибо если наш язык искажен, то и мыслим мы тоже искаженными представлениями. И общественная жизнь наша тоже будет полна всевозможных чудовищных извращений. И вот если приглядеться, то это мысль чисто в духе Витгенштейна, который говорил, что границы моего языка – это границы моего мира, и я не могу помыслить ничего, для чего у меня нету слов. А Витгенштейн – это один из столпов аналитической философии. И Мамардашвили тоже здесь фактически в этом рассуждении пользуется средствами философии языка, хотя он применяет их к тем предметам, которым никто из аналитических философов их не применял. Или в рассуждении о гражданском обществе. Например, кто читал его статью о гражданском обществе из цикла вильнюсских лекций, тот, наверное, заметил, что весь материал в ней излагается в чисто совершенно аналитическом стиле. Это такое в высшей степени абстрактное, обобщенное рассуждение, в котором основные посылки сформулированы в виде принципов, почти как в математической логике. И Мамардашвили с самого начала предупреждает, что нужно уметь прикладывать следствие этих абстрактных принципов к конкретным социальным реалиям, чтобы их можно было понять. И это не просто какая-то прихоть, это прямое отражение того факта, что само гражданское мышление предполагает умение мыслить довольно абстрактными категориями. И способность гражданина постоянно иметь в виду эти категории в своем конкретном социальном действии. И Мамардашвили предупреждал, что метафизика мысли и свободы имеет свои неизбежные следствия в общественной жизни.